Безопасное резиновое покрытие, современные игровые элементы, лавочки и урны. На улице Михаила Кутузова в поселке Внеисок появилась новая детская площадка. Вместе с жителями оценил качество игрового комплекса глава муниципалитета Андрей Иванов. Мы выиграли голосование, мы были вообще первые, поэтому нам сделали вот эти две. В этом году мы голосовали снова. И на следующий год у нас, где 7-15, будет еще одна площадка, потому что там огромная территория, ее не хватает. Межквартальная, да, полностью? Да, с администрацией мы на связи. Сейчас мы с жителями хотим скинуться, поставить зимнюю горку. Благоустройство дворов всегда остается одной из важных задач, отмечают местные жители. Кроме того, необходимо развивать и спортивное ядро, создавать новые площадки для занятий спортом. Поиграть в футбол, в баскетбол, в тот же теннис. То есть у нас там есть одна такая спортивная площадка, которую нужно модернизировать. Двор в поселке Внеисок был включен в программу комплексного благоустройства сразу после получения земельного участка в муниципальную собственность. В процессе создания детской площадки активно участвовали жители поселка, поэтому все их запросы были учтены. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».